Каждый первый понедельник октября месяца отмечается в нашей стране профессиональный праздник День архитектора. Я в связи с этим хотел бы поздравить своих коллег, которые проживают в Северном регионе, являются членами филиала НОРД Союза архитекторов Республики, с которыми мы руку об руку трудимся вместе на территории муниципия БЭЛЦ, города Ардеева и 11 административных районов. Хотел бы сказать, что в этом году у нас насыщено событиями этот период. Прежде всего, потому что 28 сентября мы открыли совместную выставку с художниками, членами Северного филиала Союза художников картинной галереи. Значит, это одно мероприятие, которое было. Второе мероприятие, ответственное для нашего союза, это проведение 30 сентября 5-го съезда Союза архитекторов Молдавии. И, конечно, понедельник, сегодня, то есть, мы отмечаем День архитектора. Но даже сегодня мы тоже провели одно мероприятие в городе Фалешта, открыли выставку, персональную выставку одного из наших коллег, архитектора Анатолия Чекан, бельчанин, но который, по проектам которого в городе Фалешт построен новое здание. Так что начало октября и конец сентября для нас насыщены всякими мероприятиями, связаны одной красной нитью профессии архитектора, и я рад этому событию. Хотел бы сказать, что за истекший период мы провели множество мероприятий по райцентрам. В каждый год мы отмечаем День архитектора в другой райцентр, и это очень важно, потому что мы поднимаем на местном уровне роль нашего архитектора, и кроме этого мы поднимаем роль и архитектуры в глазах районной власти, и кроме того авторитет самого архитектора. Но главная наша задача, конечно, ознакомиться на территории с произведениями, которые выполнены по проектам наших коллег, и посмотреть на историческое наследство, культурное наследство наших прежних коллег. Я приведу только один пример. Недавно мы отметили День архитектора в Фарежском районе, и наряду с работами, зданиями, новостройками самого райцентра мы побывали в селе Кугурешты, где построена церковь по проекту великого архитектора Алексея Щусева. Но я хочу сказать, что наши коллеги имеют разработаны проекты тоже много культовых зданий, и многие из них со временем станут тоже памятниками архитектуры, как являются сегодня те, которые построили наши предшественники. В числе нашего филиала, Северного филиала, входят 31 членов Творческого союза, и большинство из них, это 10 моих коллег, это бельчане. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить и бельчан-архитекторов, потому как наши горожане свидетелями тому, что наряду с некоторыми, может быть, неудачами, есть и хорошие произведения, которыми можно гордиться. К числу наиболее отличившихся я хотел бы отнести архитекторов Валерия Постолати, Семена Андреуца, Анатолий Чекан, Иван Маковский, значит, и других. Причем наряду с теми, кто имеет уже большой опыт и известен бельчанами, появляются новые молодые специалисты, в частности, архитектор Вячеслав Михаилов, который уже на градостроительном совете представил, по крайней мере, несколько интересных объектов. Я думаю, что мои коллеги справляются с честью с поставленными перед ними задачами,
и думаем, что наша задача сделать наш город красивым, так, чтобы гордились последующие поколения.